Установка механического крючка разработана и запатентована компанией «Стрелка-11» для того, чтобы вещи не падали. Перед установкой дается спиртовая салфетка, обезжириваете, высыхает, снимаете защитную пленку и клеите. На примере полотенца за счет механизма он сам себя защелкивает. То есть чем тяжелее вещь, тем он удерживает. У вас никогда не упадут вещи. И снять. Создан из литиевого поликарбоната. Еще устанавливается на саморез дополнительно, чтобы их установить. Снизу предусмотрено крепление. Подтягиваем. И прикручивается.